Авария на глазах сотрудников ГАИ произошла во время очередного рейда по выявлению нарушителей на дорогах Саратова. Особое внимание на этот раз полицейские уделили водителям мотоциклов и мопедов. Специальные группы выявляют места концентрации данных видов транспорта. Чаще всего это район Набережной, поселок Затон, улица Горького. За нарушение правил дорожного движения предусматриваются различные меры наказания – от штрафа до принудительной эвакуации. Сотрудники ДПС обращают внимание на то, что виновниками аварий часто становятся именно водители мотоциклов. В настоящее время сегодня уже вот произошло одно ДТП. Водитель скутера, когда совершал поворот налево, не пропустил автомашину, в результате чего произошло столкновение транспортных средств, и водитель скутера пострадал, его отвезли на скорой помощи в лечебное учреждение.